Я искренне рад нашей новой встрече. Она красноречиво свидетельствует о стремлении белорусов и калининградцев, наших калининградцев, к взаимовыгодному плодотворному сотрудничеству. Я подчеркнул, почему наших калининградцев. Потому что я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы, я говорю, ну подожди, Калининград – это наша область, это наша, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит, я не против. А в этом большая история, еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Ну да, было все равно, какой области. Ну, может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, что неправильно сделали. Но, тем не менее, таких разговоров было много, и фактически мы были по многим вопросам Беларуси ответственны за Калининградскую область, потому что мы самые близкие были. Потенциальных точек роста у нас предостаточно. Хороший пример результативности ваших инвестиций в белорусскую экономику – это запуск компании «Содружество», масло экстракционного завода в Сморгоне. Он очень успешно работает. Его продукция позволила существенно увеличить объем товарооборота. Еще один эффективный пример нашего взаимодействия – Осиповичский завод автоагрегатов, который реализует проект по участию в программе локализации на предприятии «Автодор Холдинг». Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более, что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в вашей области. Есть возможности расширить парк пассажирской техники области за счет современного экологичного транспорта, того же Белкоммунмаша, электробусов. Готовы организовать совместную сборку этой техники в вашем регионе. Одна из традиционных сфер, где мы успешно сотрудничаем, это строительство. Самый показательный результат – совместной работы возведения к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона в Калининграде. Горожане и гости, в общем-то, по достоинству оценили и профессионализм наших специалистов белорусских, и качество современных строительных материалов. Сегодня в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Это строительство морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, Приморского кольца. Мы готовы участвовать в этих стройках, если вам это понадобится. В том числе через поставку грузовых, дорожных, коммунальных, строительных машин. В западном регионе России динамично развивается сельское хозяйство. Беларусь обладает опытом и технологиями в животноводстве, возделывании зерновых, овощных культур, строительстве молочнотоварных и зерносушильных комплексов, которые мы готовы предложить вашим аграриям. Всего комплекса. Также есть резервы для увеличения поставок в регион качественного белорусского продовольствия. Мой первый визит в Калининград, о котором у меня сохранились самые приятные воспоминания, до сих пор помню, 1999 год, это 20 лет тому назад. Он такой стал своеобразной точкой отсчета, и за эти два десятилетия очень много сделано. В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в 360 миллионов долларов. Самое время ставить более амбициозные задачи, прежде всего промышленной сферы, по линии производственной кооперации. Главное, что к этому стремятся и Беларусь, и Калининградская область. Более того, есть конкретные проекты, позволяющие значительно расширить масштабы нашего сотрудничества. Могу добавить, что мы всегда точно, качественно, оперативно выполняем все договоренности. Готовы и сегодня обсуждать и принимать решения по любым интересующим вас темам. Наше сотрудничество с Республикой Беларусь имеет такую прочную историческую основу, как вы уже сказали. Ну, я скажу только о тех регионах, с которыми мы имеем соглашение, с которыми активно работаем. Это и Гродненская область, и Гомельская, Брестская, Минская области. У нас с ними есть действующие соглашения, и мы очень активно обмениваемся. Ну, вот Брест у нас город-побратим Калининграда, поэтому здесь контакты очень плотные. Вы уже отметили, что у нас в прошлом году практически удвоили товарооборот за этот год.
В этом году за 9 месяцев у нас небольшое такое снижение, маленькое, но надо посмотреть внимательно по статистике. Мы вот уже успели с коллегами пообщаться, понять, где у нас есть проблемы. Может быть, это просто ошибки счета какие-то.